Новое кооперативное приключение «Ужас Аркхэма. Последний час» — это быстрая, динамичная вариация на тему культовой во многих странах настольной игры. Вся атмосфера и глубина миров Говарда Лавкрафта сохранена, но теперь полную партию можно легко уложить в час. Это спасение для всех тех, кто хотел играть в Аркхэм, но никогда не мог найти время. На этот раз у героев есть всего 8 раундов, чтобы сломать планы культистов и не дать жутким древним ворваться в наш мир. Ход приключений может быть разным, а потому персонажей ждут неожиданные повороты сюжета. Может быть, вам даже встретится Ктулху, но предсказать что-либо наперед невозможно. Игроки любят серию «Ужас Аркхэма» именно за интриги, тайны и мистику. Из разрыва в пространстве в наш мир лезут чудовища, но грамотная работа в команде и личная храбрость позволят героям победить в этой схватке. Игра от издательства Hobby World.